Приморском крае организованы военно-патриотические смены для трудных подростков. Ребят из разных городов и районов края, состоящих на профилактическом учете, по ходатайству инспекторов по делам несовершеннолетних, направляют во Владивосток под присмотр сотрудников полиции и отставных военных. Проект направлен на формирование у детей правосознания, общей культуры, положительных нравственных качеств, обеспечивающих социальную успешность, а также патриотизма и принципов здорового образа жизни. Непосредственную работу с детьми проводят сотрудники центра, службы и подразделения полиции, представители общественных организаций и объединений. Ребята принимают участие в различных спортивных мероприятиях, занимательных викторинах, осваивают новые навыки и учатся применять их на практике. Вечерние мероприятия смены посвящены духовно-нравственному и патриотическому воспитанию курсантов. В прошлом году при поддержке правительства Приморского края в профильных сменах учебно-методического центра ДСАФ «Авангард» принял участие 101 трудный подросток из всех муниципальных образований Приморского края. По словам детей, время, проведенное в центре, подарило им яркие и незабываемые впечатления, вселило уверенность в реализацию намеченных целей. А родители благодарили педагогов и отмечали, что ребята пересмотрели свое поведение и жизненные установки. Многих подростков после смены сняли с профилактического учета, а также дали положительные характеристики для поступления в профильные учебные учреждения. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.